Голубые глаза. Всем привет! Начинаем отвечать на вопросы мы с вами. Поехали поболтаем. Ну, наверное, это ответственность, забота, щедрость. Но и ровно противоположное, как бы, под категорию нет. Я думаю, так. А вот что, противоборство? Быть в теме дзен. Примите его выбор, а он примет наверняка ваш. Но нет, потому что причин для конфликта на самом деле. Хочет, пусть делает. Вы же не обязан делать то, что он хочет. И он так же, как... Да никуда не пропала. Провела время замечательно с семьей. Вообще без телефона на самом деле. Кайф. И иногда, мне кажется, это очень приятная практика. Вообще исключить себя из соцсетей. У меня были адские панические атаки после реалити-шоу, после стрессов там были, но я сама себя вытащила, и отлично, потому что все наши панические атаки, все эти страшилки и всякие состояния, они вот здесь. И, кстати, хороший вопрос. Я так разных понакидаю, чтобы вы могли выбрать, но рекомендую почитать все, а Литвака вообще всю серию. Это правда интересно. И Империя Англа. Я не договорила. А, вот, кстати, Вербер. Очень похоже, что сейчас мультик, который Дисней у нас в России 21-го выходит, он уже вышел в декабре. «Душа» называется. Он вышел в декабре в Америке. Вот такое ощущение, что он по этой книге снят. Да, делала. Более того, я вам хочу сказать, у меня сейчас висит. Конечно, помогает. Я более того, у меня даже был случай, я разговариваю по телефону и понимаю, что у меня в руках телефон, который я ровно повесила. Вот к слову, кстати, пью солгаровские витамины, и вот сейчас время уже позднее, девчонки, все мои хорошие, я договорю завтра. Завтра выкладываю то, что я отвечала вам.